предложение дня. Я скажу самую важную информацию. Сегодня 4700 курсов отправляется нашим дорогим любимым телезрителям. Это Psyllium, который создан с любовью для любимой мамочки, нашим основателем бренда Анастасии Муратовой. И Настя с любовью всегда рассказывает. Конечно, дорогие наши телезрители, если у вас запоры, если колиты, если дисбактериоз кишечника, если у вас сахарный диабет, если постоянно вы чувствуете вздутие в животе, отрыжка, неприятные ощущения, вам нужен Psyllium. 1199 рублей сейчас лучшее предложение дня. И вот секундочку, Анастасия, скажи, для кого ты создавала этот продукт? Я этот продукт создавала в первую очередь, я хочу сказать, я ее создавала для своей мамы, да, этот продукт, потому что у меня мама заболела онкологией, и операция, слава богу, прошла успешно, но ей очень-очень сильно сожгли все стенки желудочно-кишечного тракта. И ты искала что-то, что может я искала, ей помочь. Да, чтобы, да, ей ничего не помогало, ничего стенки не помогало. Эти кровоточили, она принимала пищу царапала эти стенки очень сильно, из нее просто вот кровь лилась, и это был ужас совершенно. И ты же даже, ты говорила о том, что, да, друзья остались, многие в Европе, ты оттуда доставала лекарства, хотя у нас у всех кажется, что я куплю лекарства за границей, тогда, да, оно поможет. Да, ничего, да, подобного, да. Причем это лекарство стоило вообще каких-то безумных совершенно денег, у нас на него была надежда, это ничего не помогло, я искала, все искала, потому что мама таяла просто на глазах, я уже вообще не знали, что делать. И, наконец-таки, вот я нашла Psyllium. Это такая нежнейшая, просто нежнейшая шелуха, которая обволакивает стенки вашего желудка или кишечника, и пища начинает проходить, не травмируя совершенно желудок. Что получается, что эти ваши ранки потихонечку-потихонечку начинают заживать. Если у вас гастрит или язва, или тоже что-то такое, то вот это вот просто идеальное средство. Но это такое прямо волшебное. Да, что-то такое особенно волшебное. Это сегодня бренд Веганова. Итак, внимание! Главное и центральное предложение нашего сегодняшнего дня – это Psyllium. Самый лучший Psyllium, который не только выводит шлаки, токсины, который помогает при вздутии в животе, при отрыжке, при чувстве тяжести. Если вы мучаетесь запорами неделями, месяцами, если у вас возникает, к сожалению, геморрой, он кровоточит, если уже есть сахарный диабет, если уже есть лишний вес, это дисбактериоз кишечника, и вас это все, да, мучает, тогда вам обязательно нужно приобретать целый курс Psyllium. Сегодня 180 капсул в двух банках, обратите внимание, сроком 2 года. Каждая банка, показываю, она завальцована у нас. И это лучшее предложение нашего дня. Итак, коллекцию представляет сегодня Анастасия Муратова, создатель бренда Веганова, которая как раз и разработала данный бренд. Анастасия, расскажи, пожалуйста, кому показан Psyllium? В первую очередь всем, у кого проблемы с желудочно-кишечным трактом. Если у вас есть запоры, я надеюсь, что вы осознаете, насколько это опасно. Серьезно? Вообще для жизни. Потому что то, что не выводится из вашего организма, это токсины, это яд, который впитывается в вашу кровь и вас просто отравляет. Если вы чувствуете усталость, апатию, это вполне может быть от того, что у вас запоры. Даже не, это 100%. Поэтому Psyllium здесь поможет в первую очередь, и причем эффект будет моментальный. Если у вас диарея, то это тоже великолепный продукт. Вы тоже должны понимать, насколько это опасно. Мало того, что это дискомфортно, да, выходите, вы все время боитесь, что что-то такое, какая-то неприятная ситуация произойдет. Но плюс еще это очень опасно тем, что из вашего организма вымывается огромное количество полезных веществ, и вы тоже теряете вообще полезные вещества, и вместе с этим очень сильно ослабевает ваш иммунитет. К чему это приводит? Вы просто берете и подхватываете какой-то вирус, и ваш организм не может бороться с этим вирусом. Одно заболевает, второе, третье, и, к сожалению, это вообще может, вот честно вам скажу, очень-очень плачевно закончиться. Если у вас вздутие живота, урчание, если тяжесть в желудке, вы поели, у вас тяжесть, отрыжка какая-то, если неприятный запах изо рта, это все просто прямые показания к тому, что
нужно обязательно употреблять псиллиум. Но как я очень люблю этот продукт и всем говорю, что нам нужно еще в первую очередь почистить свой организм, прежде чем начать принимать все, что вот мы сейчас даже представляем, даже ваши лекарства, которые вы принимаете. Нам нужно почистить наш желудок, почистить наш кишечник, потому что вы не представляете, как зашлакован ваш организм. И все, что впитывается сквозь вот этот вот слой просто шлака, там доходит, ну, 1-2%. Почистите стенки своего желудка и тогда, или кишечника, и тогда вы увидите эффект от того, что вы принимаете, в разы просто сильнее и быстрее. И самое главное, эффект не заставит себя ждать. Уже буквально после недели вы почувствуете результат. У многих наших телезрителей, говорят, проходит псориаз, какие-то кожные высыпания, им становится легче, они начинают нормально кушать. Одна банка 799 рублей. Две банки, не 1600, да, как могло бы быть, а 1199 рублей. Но не просто так. Сегодня со мной самый лучший продукт — это омега-3, псиллиум, спирулина и хлорелла. Заказывая любые три продукта, любые, на третий, вы получаете скидку 500 рублей. Эта акция действует только один единственный день на нашем телеканале. Бренд Веганова уже практически год. Впервые мы представляем вам такую акцию. Ну, собственно, самое-то главное, что сырье, которое представлено в каждом продукте, оно наичистейшее, натуральное и, как правило, привезено откуда-то. Да? Расскажи, да, откуда да. Ты знаешь, я же ищу уникальные совершенно продукты. Да, и поэтому они произрастают, к сожалению, очень-очень далеко. Допустим, псиллиум у нас произрастает в Индии. Это такие огромные поля. Вот там, кстати, сейчас показывают эти поля, и он собирается только вручную исключительно, потому что он очень нежный. Вот нам сейчас показывают семена псиллиума, и мы не это продаем, а мы продаем тончайшую шелуху. Это такая тоненькая-тоненькая пленочка. Нам сейчас тоже ее покажут. Вот, посмотрите. Тоненькая пленочка, очень-очень воздушная, очень нежная, которая нежно обволакивает стенки вашего желудка и вашего кишечника. И вот эта вот тонкая пленочка как раз и помогает защищать наши стенки. И точно так же она нежно очищает. Из каждых складочек, да, вы знаете, что такое кишечник. Это огромное количество складок, в которых вот эти шлаки как раз и находятся. Из каждой складочки псиллиум, вот эта шелуха, вычищает шлаки и выводит из вашего организма. Просто нежнейшее, тончайшее. И вы видите, как тяжело, вы себе должны представлять, как тяжело ее добыть. То есть это не просто семена, да, которые довольно-таки легко собрать, а это именно шелуха от семян псиллиума и произрастает только в Индии.